Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Проклятые Сокровища 2. Ну что, 13-я миссия, на которой мы остановились, это Плата Аркания. Ну что, я не смог пройти, потому что у меня стырили все мои гемы. И это меня взбесило, если честно. Поэтому давай попробуем переиграть, а вдруг получится все-таки здесь пройти. Так, два кристалла здесь, один кристалл здесь. Так. Давай, наверное, сделаем так. Денежка нам пригодится. Так, враг у нас пойдет отсюда, да? И отсюда. То есть он с двух сторон будет бежать. Пока сделаем так. Надо будет здесь очень много манны нам. Она здесь лишней уж точно не будет. Лишней манны здесь не будет. Ну и, соответственно, все это нужно будет защищать очень конкретно. Особенно против тех, которые у нас быстро бегут. Бегуны эти, я уже забыл, как там величать-то. Ну, ты понял, да? Так, давай, наверное, это тоже улучшим. Пока здесь они идут. Блин, вот если бы денег бы давали бы чуть-чуть побольше бы. Чуть-чуть побольше. Было бы, конечно, круто. А у нас как-то вот напряженка с монетами, если честно. Так, ну что, здесь подбили. Погнали дальше. Так, все, этот мы полностью с тобой улучшили. Так, здесь надо будет тоже улучшить, обязательно. Опа, 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 куда бегут? Тихо, 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 роднульки. Так, давай-ка мы это улучшим, наверное. Вот это, конечно, плохо, да, что... Ау, щет. Сейчас же заберет кристалл, а? Утырок. Блин, и как же ты вот прикажешь мне теперь здесь? Ладно, в бой. Надеюсь, не утащит они его. Ну куда ты бежишь, а? Пройдоха ты несчастный. Че, будем пугать? Будем пугать. Так, и в моих интересах, друзья мои, оставить побольше свитков. Побольше свитков, чтобы... А мы могли их использовать. И, соответственно, нам нужен будет, наверное, свитки страха. Я вот не знаю, что лучше, страх все-таки брать или... Страх или заморозку? Вот в чем вопрос. Ну, я знаю точно, что башни нам нужно прокачивать. И чем больше их будет, тем, конечно же, как всегда, лучше. Как всегда, это будет очень даже хорошо. Так, ну что, валькирии, да? Сейчас побегут. Ну да, конечно, ага. Че захотела? Я все-таки взяла, успела, ребята, прихватить. Давай-ка мы ее шуганем. Пускай она здесь. Блин, надо сюда что-то поставить. Надо сюда будет ставить обязательно. Так, а это у нас маги сейчас пойдут. Ну да. Маги, которые еще и захиливают себе. Захиливают и еще и ускоряют при всем при этом. Пошел отсюда. Готов, парень. Так, следующий. Опять гварды. Опять у нас тут гварды. Так, манна, как всегда, это хорошо. С манной всегда веселее. Так, это у нас следующие олухи идут. Так, дай-ка вот здесь, наверное, прокачаем. Вообще, надо очень много башен ставить на самом начале. Потому что именно самое начало, это, как бы говорится, эффект победы уже. Потому что те же самые ниндзя, которые выходят, они получают урон, сразу же становятся невидимками. И вот здесь вот, ребят. Еще вытворяется.
Так, 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 это вот подобьете. Все, нормально. А вот этот как раз, ребята, олух, который у нас и утащил в тот раз кристаллы. Ладно, попробуем его. Я не помню, он шугается или нет. По-моему, он шугается. Вот пока он тут бегает. Замечательно, здесь мы его подбили. Но он один был. Тю-тю-тю, логово снайпера. Давай логово снайперов сделаем. Эх, никуда, эти идут сюда вниз, да? А этот идет наверх. Угу. Так, ну, наверное, нам придется все-таки здесь ставить башни. Эти башни ставить, еще при всем при этом нужно, чтобы они, ребята, были прокачанные, а не просто стояли. Так, друиды, да? Да, это друиды, которые летают у нас. Так что сейчас готовимся. Ну что такое? Давай, 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 давай. Не подпускаем его. Ну ты посмотри, а. Нате вам, достали просто уже в корень. Просто уже достали в корень они. Ну что? Делаем... Вот, вот, ниндзя. Сейчас пойдут ниндзя. Тоже еще эти пройдохи. Бесявые, блин. Давай, 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 наваливай, наваливай, наваливай. То есть, подожди-ка, я не понял. Все, здесь отбили. В общем, делаем... Так, сейчас этих призовем. В общем, надо будет здесь обязательно, ребят, на начале все это дело устанавливать. Просто без этого уже никак. Еще он творит. Еще творит. Ну, запинали, шикарно. Так, а вот, ребята, у нас этот... Я не помню, он, по-моему, боится, не боится? Страх у него есть, нету? Есть у тебя, парень, страх или нету? Страх у него есть. Страх у него, друзья мои, есть. Такс, ну согласись, это он один был. А когда их несколько? Катастрофически не хватает нам денег. И денег нам не дают, понимаешь? Не выпадают у нас монеты. Этих пугать бесполезно. Они все равно не боятся страха, поэтому тут уже только их пинать. Все. Давай дальше. Ну мы. Так, это у нас летуны. Это у нас те самые летающие, да? Ну что? Так, смотрим, смотрим внимательно. Я не знаю, либо заморозку, либо страх. Страх, наверное, все-таки. Здесь страх. Хотя мы уже прекрасно видим, что страх особо-то на них не влияет. Влияет, но не так, как хотелось бы. Башня, почему не критует, а? Вот почему? Я специально делал башню, чтобы она критовала. А она не хочет критовать. Ну, и очень копится долго, ребята, энергия, конечно. Очень долго. Ну что? Этих олухов сейчас тут будет дофигище.
10 штук. Блин, наверное, вот здесь надо идти сюда не поставить. Или вот сюда, или вот сюда. Ага, этот решил вернуться, да? И, соответственно, отдупляется. Так, сейчас у нас, блин, вот это, ребята, проблема. Давай, запинали, отлично, шикарно. Шикарненько. Так, что у нас дальше? Денег мало. Денег мало. Очень мало. Давай баллисту, наверное, возьму. Ну куда? Куда потащил-то уже? Побежал он. Давай-ка, наверное, вот здесь вот поставим. О, морозный склеп. Пускай будет здесь морозный склеп. Давай-давай-давай-давай, наяриваем страх. И пофиг им на наш страх. Не срабатывает он все равно, ребят, на 100%, как хотелось бы. Что тут у нас? О, я накопил полностью ману, можно установить. Это хорошо, это нам пригодится. Так. Вот крит выпадает, ну, опять же, ребята, не так часто, как хотелось бы. Так, здесь монетки мы забрали. Он наивный, он думает, он утащит, что ли? Или этот думает, утащит? Нет, не утащит. Я просто не позволю им отсюда ничего вытащить. В бой. Опять, да, эти... Там плееры. Морозная тоже, ребята, одну стрелу выпускает и все. Морозную. И потом жди, когда она накопится. 300 лет. Тоже такое себе удовольствие, на самом деле. Ага. И этого подбили. Все шикарно. Поставим сюда башню. Так, теперь, блин, два этих. Напугаем хоть? Не хотят пугаться. А если так? Ну одного-то хотя бы заколбасьте. Давай, строчи. Крит, отлично. Поехали. Что там еще за эти, за волны идут? Давай, отлично. Этого тоже не пропускайте. Так, испугали. Вот свитков, когда здесь много дают, это, ребята, уже поприятнее. Куда ты потащил кристалл-то, а? Такой деловой. Такс, теперь у нас тамплиеры здесь. Минус. Тут только тамплиеры, да, будут? Да, по-моему, только они. Пока никто дойти не может.
Вот этот только дошел. Ну и то его башня подбила. Окей. Ну что? Сейчас ниндзи будут. Сейчас будут ниндзи с этими, с друидами. Слушай, ну вот эти вот критуют очень хорошо, ребята, башни. Вот эти вот на крит идут, я тебе скажу. Очень даже солидно. Даже лучше, чем массовые вот эти баллисты. Хм. Приятно удивлен, если честно. Ну что, последний, да, у нас? Это ниндзя. Само собой, ниндзя получает первый урон, сразу уходит в инвиз. Но... что-то я очень сомневаюсь, что они здесь что-то смогут сделать. Просто мы застреливаем их здесь по-жесткому. Да-да-да, именно по-жесткому, ребят. Ничегошеньки у них и не получилось. Ну и последнее, это у нас три вот этих охламона. Но тут, я уж думаю, мы справимся. Тут у меня есть... как говорится, и чем огреть их. Потому что энергии мы накопили приличное количество. Манны. Все, ребят. Че я в тот раз не смог эту миссию пройти, не знаю. На самом деле легкая оказалась. Ну, левел не дали. Левел не дали, к сожалению, друзья мои. Но у нас 14-я миссия. Извилистая дорога. В одном из закрученных ущелий носильщики камней попали в засаду. По счастью, им удалось найти пещеру, но враги нападают со всех сторон. И если все, на что они рассчитывали, это внезапность, то они жестоко просчитались. Что у нас здесь? Откуда враг будет идти? Отсюда, да? И отсюда, с двух сторон. Тут как всегда. Блин, вот эта гадость мне не нравится. Ех, макарёк, ну не нравится мне вот эта вот штука здесь стоит, которая... тут такое короткое плечо еще к тому же. Ай-яй-яй. Вообще короткое. Так как-то, я не знаю, отсюда... а здесь-то кто у меня будет защищать? Вот здесь вот. Здесь-то я поставил. Блин, непонятно. А, вот отсюда не будут идти? Нет, с двух сторон все-таки. Все-таки с двух сторон. Я думал, с одной стороны. Нет. Ха. Так, ребят, переигрываем. Потому что здесь надо немножечко по-другому. Так и так. Ну плюс, наверное, еще вот это вот сделаем. На три разика. Поехали в бой. Я, конечно, могу всю ману восстановить себе и прокачать полностью вот эту вот. Ладно, пока потерпим. Вот это вот здание тоже бесевое. Ну, допустим. Так, это полностью прокачано. Теперь гварды. Блин, если он сейчас до сюда идет, он же его же будет хилять. Не успела. Не успела эта пакость его хильнуть. Так, опять крестьяне. Сколько там следующее? 100. Соточка, да, значит, нужна. Ну, так, нормально.
Пока я, наверное, не буду прокачивать, улучшать. Теперь воришки пойдут. Просто денег катастрофически не хватает. Так, это на что дает? Это у нас золото дает. Опять гварды. Опять у нас тут пойдут сейчас гварды. 125 монет нужно. Так, ну свитки то, что падают, это хорошо, ребят. Так, у нас здесь еще вот такая штука, которая нам будет помогать. Но ведь не утащишь же, нет, конечно. Если уж прям вообще, ребята, прижмет, то будем тогда ману брать полностью ману. И, блин, тут с бардом. Ай-яй-яй. Ладно, сейчас попробуем их вот здесь вот накрыть. Ага, вон он куда утаскивает. Вот это ты, жучара. Так, она же должна теперь помогать мне, по идее. Ну, я имею в виду помогать в плане бомбить по ним, глушить их. Именно про это я и говорил. Так, опять воришки. А там еще и барды. Ну куда ты так ускорился, парень? Куда ты так ускорился-то? Да ладно. Ё-моё, я же думал, сейчас утащит. Все, это тоже мы приобрели по полной программе. Теперь только лишь надо, друзья, прокачивать. Я же думал, сейчас добежит, но не тут-то было. Вот здесь вот есть, кстати, шанс, что не прихватит. Так, дальше. Дальше, блин, кузнец. В плане, он не один? Да, блин. Чтоб тебе. Ага, упал. Давай, ребята. Башенки. Ну вот тут утаскивает, не утащил. Ну и слава богу, что не утащил. Так, погнали дальше в бой. Тут два свитка есть. Ну, конечно, хиляются. Как тут, ребят? Вот здесь почему-то у нас как-то вот слабо, мне кажется. Ну, не утащил. Он не утащил, он не успел. Ну, воришки. Лучше, наверное, все-таки критовку, да, ставить? Или как, одну критовку, например, ставить, да? А другую баллисту ставить. Вот так, мне кажется, будет вообще топово. Давай, правильно, по башке ему. Надо его оглушать. Так, опять у нас маги. С маной проблема. Мана... А, здесь нет у нас этого. У нас нету, который накапливает. Ну, ты понял, о чем я, да? Ты серьезно, что ли, парень?
Что-то слабовато здесь какая-то защита, блин. Они все равно проходят. Они все равно проходят и все равно утаскивают прямо из-под носа у меня все. Мне это не нравится. Так, они тут по сокращенке вообще бегут. Блин, это, по-моему, друид. Да, но благо друид у нас боится. Он пугливый, так что пускай. Так, ребят, извините, но они не оставили мне выбора. Пришлось использовать манну. Давай так сделаем. Ниндзя. Так, золотой рудник я прокачал по полной программе. Ну что, ниндзя, блин. И... держу на пульсе кнопку. Нормально. Вот сейчас, кстати, маны неплохо мы заработали. Очень даже неплохо. Хм. Так, подожди секунду. Если я вот здесь уберу, поставлю сюда огненную башню. Здесь вот нельзя, да, ничего влепить. А вот здесь прямо на начале. Ну что, в бой. Тамплиеры. А эта башня... башня еще и не достает, блин. Толку ты, что я ее туда поставил? Молодец, Рэй, красавчик. Просто в холостую выставили. Тут, кстати, какой-то новый монстрик будет. Вот это, я не знаю, что это за синий чувачок. Так, он не боится же, да. Страха он не боится, поэтому применять к нему страх — это бесполезно. Надо вообще каждый миллиметр, ребята, окружать ловушками. Чтобы вообще никто ничего не смог здесь сделать. Склеп страха. И вот самые эффективные, ребята, это вот лучники, потому что они дальше всех бомбят. Самые дальнобойные. Да, самый дальнобойный. Ну что, ну куда ты побежал? Так, кто это такой? Вот это кто такой? Водяной элементаль постоянно восстанавливает свое здоровье. Именно поэтому эти элементали используются как мишень для начинающих волшебников. Периодически становится... что, неужели настолько крутой? Ну, это он пока один. Так, ну мы тут, кстати, сюда больше прошел все-таки испуг. Да, серьезный чувак. Серьезный чувачок. Очень такой бесявый, так скажем. Хорош. Уже побежал довольный. Блин, да не достает до туда, а? Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Да, блин, страх бесполезен здесь. Угу. Так, опять у нас очередные ниндзя. Вот здесь хочу вот так вот сделать.
И вот тут как-то надо, ребят, побольше поставить башен. Вот только как? Вот это вот есть только убрать. Ну как вариант. Вот это все поубирать и здесь поставить уже башню, да. Вот это пойдет. Огненные башни пускай здесь стоят. Вот так вот. Ну что, у нас маги. Блин, вот эта башня плохо, что она вообще ничего не делает. Ее можно, конечно, было бы продать. Что-то я не врубился. Это что за фокус это? Зашибись, идут и ничего им не делается. Нормально, да? Блин, теперь два этих охламона. Блин, причем так быстро бегут? Что, курица тоже может? А ну-ка верни обратно. Сказал, вернул. Эй! Тьфу. Успели с горем пополам. Так, эти призывальщики тут, понятно. Все-таки вот здесь вот самое слабое у нас получается. Хоть и несмотря на то, что у нас есть вот эта штука. Что-то я не всосал, ты что делаешь там? Зашибись. Эй, ребят, у меня кристалл почти утащили, прикинь. И это еще при ниндзях, зашибись. Ниндзя-то, естественно, сейчас стырит. Че, башня страха-то... Нормально, башня страха даже не среагировала, просто... Вот так вот. На ровном месте потеряли кристалл. На ровном, ребята, месте. Твою налево, блин. Это меня, конечно, взбесило. Куда еще потащил мне? Да. Так, тамплиеры. Тамплиеры. Вот надеешься на эти башни страха, а они, ребята, тебе фигу показывают. Упс. Ты посмотри, что происходит. Замечательно. Сейчас отсюда пойдут враги. Элементали. Угу. Можно предположить, что, по-моему, тут фейл. Нет, один кристалл-то я, возможно, здесь сохраню. А чё? Чё-то я не врубился, а почему? Тащил все-таки. Не, ребят, ну такого быть не может. Это фейл. Это, ребята, фейл. На ровном месте просто взять и потерять кристаллы. Так, что у нас тут? Дает шанс, что враг, сраженный башней орков, породит ядовитое облако.
Всевышний получает дополнительный опыт каждые 7 секунд. Снижает стоимость всех улучшений башнурков на 5%. Уменьшает ману, так, ужаса на 5. Дает шанс 10%. Блин, может быть прокачать? Нужно 20 очков орков. Далее 40. Подожди, может быть, давай-ка вот здесь уберем. Хотя ядовитое облако, это, конечно, хорошо. Так, 50 монет нам дает за вырубку. 7 башен по чемпионам и боссам увеличивается на 20%. Следующее улучшение будет 25. Я, наверное, вот это оставлю, друзья. А в следующей серии, я думаю, попробуем пройти 14-ю миссию. И мне кажется, опять нам будет легко. А знаешь, почему будет легко? Потому что мы знаем, что нас ожидает. А на это все, друзья. Всем удачи и до новых скорых видосиков.